Всем привет, ребята! Очередное такое коротенькое видео, сказать, что у нас все нормально. Пересекли мы границу, свинтили с Египта. Об этом можно, кстати, почитать в Телеграме, ВКонтакте, там, в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации. Вот такой вот у нас тут красивый вид. Мы в Абу-Даби сейчас находимся. Все у нас пока что более-менее нормально. Единственная, конечно, проблема с тем, чтобы вот купить там билеты дальше. Мы собираемся в Индию. Все еще хотим следовать нашему плану. Но с наших карточек невозможно оплатить вот билеты и визы нам сделать. Так что, кстати, если что, напишите, у кого вот есть российская карточка и какая-то еще заграничная, чтобы вот помочь нам оплатить билет, а мы потом перекинем тогда на российскую карточку там рубли или доллары. Поможете нам поехать дальше. Вы же этого хотите? Ребята, остановились мы по каучсерфингу, как всегда. Нас принял здесь местный человек, но он сам откуда-то приезжий. Он оставил нас в своей квартире, которая просто пустует. У нас замечательный вид на Лазурный берег Персидского залива. Скутер мы успешно продали. Это будет отдельное видео, как мы продавали, где и кому, почем. Штраф за визу нас не взяли. Это тоже отдельная история, за нас договаривались, очень было интересно, все прошло гладко и хорошо. Единственная проблема осталась актуальной, это карты. Наши банковские карты до сих пор заблокированы. Мы не знаем, как снять наши деньги, как пользоваться, как покупать. В общем, и еду мы сейчас не покупаем, мы вообще не ходим в магазин. Все нам пока помогают по каучсерфингу. Ну вот, пока вот так все несерьезно. Ну я надеюсь, что совсем тоже мы разберемся, все будет нормально. Продолжайте следить, а ролики мы будем уже, не знаю, там попозже выпускать, когда немножечко выберемся из всей этой ситуации. Может быть, когда уже в Индию прилетим, что-нибудь снимем себе, какое-нибудь жилье, передохнем, отойдем от вообще всего происходящего вокруг. Ну и увидимся.